Так, это у нас реакция на перекись водорода. Это металл, который мы выделили из породы, которую я взял возле своего гаража. Данная порода там появилась не просто так. Когда-то я ее привез, но не смог идентифицировать. И вот сейчас, оказывается, там оказалась платина наличие. Ну, я так думаю, что это платина. Разложение перекиси водорода идет активно. До того, как выделить платину, ну, этот металл, скажем так. Мы осадили весь мусор, включая железо, медь и все остальное. Так что здесь этого не должно быть. Только тот металл, который присутствовал в породе после очистки. Это я новую порцию перекиси водорода добавил. Реакция идет достаточно бурно. Хотел с палладием, значит, он очень медленно фильтруется. Вот столько у нас получилось. Это после царской водки осадка. А вот это порода, которую я тут все выделил. Собрал я ее возле гаража. Вот такая вот коричневого цвета. Этот раствор у нас очень медленно процеживается, совсем медленно. Это тот, который, я думаю, что, возможно, это палладий. Не знаю, потом уже сделаю, когда процедится.